Чудовищное ДТП сегодня произошло в центре Иркутска. Машина на огромной скорости въехала на тротуар и сбила двух прохожих. Жуткую аварию и то, что произошло после нее, зафиксировали камеры наружного наблюдения. За рулем автомобиля Toyota Corolla находилась 28-летняя женщина. В одной из версий владелец иномарки перепутала педали тормоза и газа. В результате машина, сбивая ограждение, влетела на пешеходную часть улицы. В это время там проходили две девушки. Автомобиль буквально отбросил их к зданию. Виновница происшествия вышла из салона, однако к пострадавшим даже не подошла. Долгое время на случившееся не обращали внимания прохожие. Хотелось бы отметить, что еще равнодушие наших граждан. То есть на видеосъемке, которая стояла камера наблюдения, видно, что люди, видевшие ДТП, не подошли к пострадавшим девушкам, не оказывали первую помощь, то есть проходили мимо. То же самое и водитель не подошла. Пострадавшие живы и находятся в больнице. Они в тяжелом состоянии. У одной из девушек открытая черепно-мозговая травма. Ведется расследование. Сотрудники ГИБДД сообщили, что водитель иномарки была не пристегнута и двигалась по скользкой дороге и трамвайным рельсам на недопустимой скорости.